Asus PF500KL Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на этом телефоне, нужно зажать комбинацию клавиш. Иногда это плюсы питания, иногда минусы питания, иногда плюс-минус и питание. Чтобы понять, какая именно комбинация подходит к вашему аппарату, их нужно перебирать. Но мы начнем с самой часто используемой на Asus. Это минус и питание. Минус и питание. Две клавиши держите, пока не загорится экран. Экран загорится, питание отпустите, а минус продолжит держать. Загорится вот такое меню из двух пунктов. Вход в recovery мод и выход из этого режима. Наводите на строчку 1, нажимаете питание и ждете, пока включится recovery. Вторая по популярности комбинация – это плюсы питания. Ждем, пока включится наш recovery. Загорелся обычный классический рекавери андроида. Опускаетесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаете вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Откроется меню с кучкой строчек No и одной строчкой Yes Delete User Data. Я выберу ему любую строчку No, потому что нет необходимости его сбрасывать, а вам выберу строчку Yes Delete User Data. Ее выбираете, он делает сброс. Здесь внизу будут строчки форматирования. Нужно дождаться строчки, где будет написано Data Wipe Complete. Он перебросит вот в это предыдущее меню, а здесь нужно выбрать первую строчку. Reboot System Now. Ее выбираете, телефон перезагрузится и сбросит свои настройки. Два момента, о которых стоит сразу сказать. Это первый момент. Этот сброс уберет лишь мелкие неисправности, мелкие неприятности, мелкие вирусы. Для чего-то более серьезного нужно делать прошивку. И второй момент. Если у вас Android 5.1.6 и выше, перед тем, как делать сброс, либо прошивку, нужно выйти из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если это не сделать, сработает FRP блокировка Google. Он будет просить старую учетную запись и пароль от него. Если вы ее не знаете, то у вас будут серьезные неприятности, потому что на некоторых аппаратах снять эту FRP блокировку Google можно только в сервисном центре Asus, либо вашего производителя. Вот. И, в принципе, все. Я ему выбираю Reboot System Now, он перезагружается, сбрасывает свои настройки, включится чистый, как с витрины. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.